королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизм, ни бурь, появился дикий вепрь. Громадный, не то буйвол, не то бык, не то тур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасная, коих ел, а коих в лес волочил. И король тогда издал 3 декрета. Зверя надо бы одолеть, наконец. И кто отважится на это? И король тотчас издал 3 декрета. Зверя надо одолеть, наконец. Вот кто отважится на это, тот принцессу поведет под венец. Помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней. Целовался на кухне с обоями. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь, так сразу наискосок. Бесшабашной жил в тоске и в гусарстве бывший лучший королевский стрелок. Я читать тебе морали, юнец. Но если завтра победишь чудо-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок? Ха, да это что? За награда? Мне бы выкатить портвейн на бадью, а? А принцессу мне и даром не надо. Чудо-юду я и так победю. А король, возьмешь принцессу, и точка, а не то тебя раз-два и в тюрьму. Это все же королевская дочка. А стрелок, на хоть убей, не возьму.